Стар Черкасск. А как его перевозили? Разобрали, привезли, снова собрали. Прозоровали бревна, поставили снова. Тут рядом, сейчас там часовня стоит. А потом его отдали единоверцам. Он был в подчинении, как бы филиалом. Угу. Единоверческий приход. Митрофан Симошкевич. Он 20 лет был ректором Донской духовной семинарии и абсолютным авторитетом на юге России. Патриарха Сергия он не принял. Угу. Вот, в раскол он не уклонялся, хотя там везде это написано. Миграция об этом знает хорошо. Он был схоронен на городском кладбище потом. Он уже старым был, когда революция вся эта прошла. Вот. В Пензенский архиепископ, потом здесь Донской митрополит. А потом его прах перенесли на какой храм сейчас спокойно, с той стороны. Здесь у вас? Да. А вот это его захоронение. Это его митра, его параман. Это когда переоблачали просто? Да, ну заново останки угу. Положили, в новое во все вложили. А вот это вот его сохранившиеся как бы вещи. А вот, человек необыкновенных дарований. Он возглавлял в Ставрополе собор при Антоне Ивановиче Деникине. Представитель собора был он. Ему подчинился из Юга России. Ну да. Легендарная личность. А вот это один из ксидеров. Михаил Епифанович Куликов, в центре он сидит. Он много очень хороших, добрых дел сделал, школу построил, училище. Вот. А вот девочка рядом с ним стоит, обнимает его, ее зовут Аня. Я эту Аню застал, ей было под 90 лет. Потом она уехала в Москву к сыну, умерла там. А фамилия ее была Савченко. В 21-м году она родила сына. Крестили его, конечно же, здесь. А их уже не было в живых, дедушки и всех. А он ушел на войну в 41-м году, пришел сразу, поступил в одно из художественных там заведений в Москве, закончил, а нам с вами сделал подарок. Он нарисовал нам малыша Карлсон.
Вот автор вот мультфильма, это и художник, и аниматор. Вот такая вот семья. Анатолий Савченко, вот он его, получается, правнук. Вот. Югановых семья огромная, сейчас экспозицию по ним готовим. Надо шкаф еще делать большой. Родоначальник, священник, настоятель здесь был. Такое еще и самое огромное количество лет ослуживших здесь, 56 лет в этом крае. На одном месте. Прям всю жизнь отдал, получается. Да, всю жизнь, всю жизнь. Яркие очень личности. Вот это фото подписано собственноручно отцом Иоанном Кронштадтским. На обратной стороне подпись его. Вот. Подчинение. В часовне была Флора и Лавра недалеко здесь. Извозчики ломовые построили память во время царской семьи. Но все снесли. Вот многие... А вот эта фотография... Но это сделано оттуда, сверху. Это вид храма, в котором мы находимся вот, сейчас. Да. Вот, и вот эта фотография, и вот это вид храма. И вот большая, вот с той стороны огромная. А дата какая, не подскажешь? Вот это? Ну, если уже колокольня стоит, то значит на начало 20-го. И видно Новочеркасский собор, правильно? А и он еще, его еще нет. А это что, а вот это справа? Это слева. А это Александровская, а это Никольская. А собор еще строится. То есть собор посередине сейчас находится, да? Собор вот где-то вот здесь, вот проспект идет. Вот все, так, ширина так. Всех проспектов в Новочеркасске 53 метра. Всех проспектов? Все проспекты 53 метра. Даволан так построил. Это священномученик Захария Лобов, архиепископ Воронежский. Здесь был штатным священником в этом храме. А это уже вот владыки Митрофана сын, потом был обновленческим епископом. Стал епископом обычным, потом уклонился в обновленчество. Но тем не менее, вот мне фотографию маленькую это увеличили, с ней отдали люди, которые его здесь любили, его невероятно. Я застал здесь людей, которые рождения были конца 19 века. Это сокровище церкви. Да, это те люди, которые... Сокровище. Телеграмма Брежневу. Народ просит не закрывать храм. Последний вот священник, который служил до закрытия здесь Прохор Пинков. Это легендарная вообще личность, отец Пантелеймон Кузнецов. Он протоиерей Петр, вдовой стал игумен. Вот. А внук его сейчас служит со мной, отец Леандр Кузнецов. Командир полка, вот это все его награды, боевые. Бывший командир полка. Вот такой иконостас поставили в 42-м году. Он фанерный, но тем не менее, то, что было. А вот это антимес, которым я служил. Спис, я на нем начинал служить. Вы знаете, что такое антимес, да? Конечно. Вот. Его подписал митрополит Владимир Сабадан. Блаженнейший митрополит киевский был. Я был у него личным секретарем долгое время. Он мне рукополагал священный сан, его диаконский и священнический. А вот такой стоит стен. А вот это, где вы сейчас пели, шулера вбиты, и 4 лифта внутри. То есть полная разруха. Ну вот, вы видите. Вы видите. А это захоронение Семена Николаевича Кошкина. Торговый казак и старшее доверенное лицо Донской торговой палаты. Огромное состояние, угольные копии и прочее, прочее, прочее. Он построил этот храм, он построил старый русик на Святой горе Афон, поэтому и склонились византийские и греческие флаги. И еще 18 храмов, кроме того, с походными и прочими, прочими, прочими. Покоится здесь. То есть большой меценат. Он жил этим. Это он зарабатывал деньги для того, чтобы вкладывать. На это время надо, чтобы здесь говорить. Это так поверхностно я хочу говорить. Это церковь в Первую мировую войну. Это кто здесь есть, почти половина из них новочеркасцы. Не отвлеченный как бы тема. Шашка. Вот это самый прекрасный экспонат. Вот на нем даже год видно, 15-й год. Я говорю, лопата, рыл окопы Первой мировой войны. Знаки эти подлинные все. Ну, вот даже, даже соотечественник мой в разведке был полковой, полный кавалер. Ефрем Панайотович Еминов из Солкинских грек. Батюшка, как собиралась экспозиция?
Ну, все как бы прирастали. Прирастали. Люди что-то приносили. И мало люди что приносили. Сами, уже нечего. Принесли вот эту винтовку, которую нашли у себя на чердаке. Ну, вот. Что-то на аукционах покупали. Вот грабы с георгиевскими кварелями, последний атаман. Вот износит георгиевские знамена из собора. Угу. А вот он сейчас зайдет с ними рюмку, тяпнет. Трапеза. Да. В палатке ставили день георгиевского кавалера, 9 декабря. И там. Вот этот человек, наверное, еще в храм ходил, георгиевский кавалер, 4 степени. Владыку Луку узнают? Да, все? Конечно. Вот вы купили эти походные инструменты интересные, дорожные, начала 20 века. Вот некоторые документы по нему, медаль лауреат сталинской премии. А вот это вот, как бы, мало, к сожалению. Вот там я показал им отца Лендера, его деда. Угу. А дед его отступил с белой армии в Константинополь, потом в Чехию, потом вернулся сюда. Дед его. А отец, вот его отец, он служил дьяконом. Вот он со своим отцом. А вот его боевые награды. Его, отца Лендера, отца. Это Василий Иванович Чуйкову посвященный был в прошлом году юбилей. Вот его рукой написана молитва, которую он написал со слов своей матери. Крестился кулаком с 42 года и до конца своих дней. Посещал богослужение Троицы Сергия Лавры особенно. Да. Батюшка, ну до пандемии, получается, у вас постоянно были выставки, люди приходили, ну, да? Ну как же, конечно. Вот человек, который здесь родился, крестился, вырос, сформировался. Человек с мировым именем, там памятник ему около храма. Это Алексей Федорович Лосев, монах Андроник. Это философ, которому нет вообще равных совершенно. Вот, кое-что здесь и о нем есть. Кстати, вот этот подлинный знак об окончании Московского государственного университета. И ножницы подлинные, постригальные. И письмо вот это написано рукой Владимира Соловьева, это тоже подлинное письмо. Ну, экспозиция, конечно, у вас потрясающая. Отец Николай Чернявский, он был здесь настоятелем тоже. Он был духовником мужской гимназии. И был членом собора 17-18 годов. Вместе с Владыком Митрофановым Тимошкевичем. Вот здесь остались. Собор был войсковым. По функции совсем другие нес, войсковым. Административный центр и благочиние находилось в Михайловском. Здесь. До сегодня. Чертежный прибор, готовальня. Сейчас ими никто не пользуется. А это готовальня начала 20 века. Это все где? Вот аукционы, прирастаем на аукционах. Говорят, что это бывает языком циркуль. Довольно дорого. Вот знак об окончании Николаевской инженерной академии и горного инженерного факультета. Юганова сыновья, один генерал, 4 сына. Все необыкновенные. Они простого рода. Дворянство получили только благодаря достижению генеральского звания. Только благодаря этому. Да. Ну, у вас получается прям цель, да, находить эти все экспонаты, и вы занимаетесь поиском на аукционах, на сайтах, где что-то. Ну, это когда что-то нужно. Нужное. Да, благословение. Ой, спаси Господи, батюшка.